Итак, мы на приюте. Ой! Вот так вот. Мы на приюте 11. Это монумент памяти людям, погибшим на Эльбрусе. Там вагончики, где можно разместиться, где, скорее всего, мы будем размещаться. Там тупняк у меня идет, да? Где мы будем размещаться через день-два. Чуть ниже, сейчас покажу на видео, стоит дизельная станция. Бывшая дизельная станция, которая сейчас тоже является приютом. Сам вообще... приют 11 получил свое название в честь 11 человек, которые здесь переночевали впервые. Это было в 1909 году. В эту группу входили даже школьники. Первое здание приют 11 было построено в 1938 году. Здание было деревянным, потом уже поставили капитальное каменное здание, в котором была даже баня. Но в 1998 году из-за несоблюдения правил пожарной безопасности приют 11 сгорел. По всей видимости, случилось это по вине туриста из Чехии, наших гидов отечественных. Беда. И, по-моему, лет так 8 назад, в конце нулевых, был заложен фундамент, здесь находится за монументом, сейчас тоже покажу, нового приюта, но дальше фундамента дело не пошло. То есть стоит фундамент и арматура даже через него, все. А сколько этажей было, Александр, это здание до 98 года? Если не ошибаюсь, Алексей, то было в нем 3 этажа. Было бы неплохо. И выглядело оно примерно так. Собственно, монумент, местами даже с фотографиями погибших. Погибших действительно много. Это не только альпинисты, но и лыжники, сноубордисты. Здесь очень много людей попадает в трещины. Это фундамент нового приюта 11, который так и не был построен. И внизу бывшая дизельная станция, тоже переоборудованная в приют. Погода ухудшается, я сейчас сделаю таймлапсик, мы перекусим и пойдем вниз до бочек. Придурки! Я тебя догнал? Давай, иди. Нужен уклончик. О, поехали. Давай. Пошел. В общем, нам как-то надо Оперативненько, потому что мало того, что темнеет, так еще и облачность пипец. Я не знаю, сколько здесь, метров 40 видимость, да? Наверное. 50 в край вообще. 50 метров, да. 30. Пойдем, а то там широко, мы мимо бочек можем проскочить и прийти уже к этим, которые снизу. Блин, на лыжах, кстати, было бы в самый раз. Ладно, сноуборде. И на лыжах неплохо. С палками. А,
There are many barrels, yeah? Uh-huh. Yes, it's, I think, 1-2 kilometers down. Are you from Peak? Are you from Peak? What? From Peak? From Эльбрус? Yeah. Okay. I think okay. Okay. This is sun, right? Yes. Sun, but this? Cold? Cold? I think it's normal. Hi. Hi. Where are you from? Look, the color is not like usually. It's like a more red, you know? Maybe. More red here, little more bit. Red here. Yeah. No, yes, 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 yeah. Little, yes. Little red, right? Вот ребятули. Чё, как? Нормально. Кошки только отстегиваются. Даже завязали неправильно. Проводила немного нашего испанского друга. Вершина идет-то. Поздно очень. Так он 2 дня назад только прилетел сюда. И сразу на Эльбрус. Себе. Я спросил, до этого он был на Анкагуа, самая высокая вершина, да, Южной Америки. Ну, тогда ладно. В сентябре. Ага. И он сказал, Эльбрус fucking hard. Да ладно. Ну, в плане акклиматизации. Потому что там реально, допустим, тоже Анкагуа, насколько я знаю, там можно, знаешь, там на 7000 буквально это... Ну, чуть пониже кататься, да, и венцо попивать красное для акклиматизации на машине. Слушай, взять и подняться на Анкагуа. Ну, здесь вот... А нельзя же через 2 дня после перелета такие перепады делать? Вообще-то перелет тоже акклиматизация. Да. Давление в самолете эквивалентно высоте 2000 метров, если не ошибаюсь. А, думаю, и опускаться вниз нельзя. Вот. А, ну нырять, да. Вот, дайвинг, да, в плане вот это, спелеология. Ой, смотрите, а ничего, разгулялась. Да. Он шел совершенно так поздно. Да. Но он что-то с трудом уже воду допивал там. Он меня спрашивает, типа, где эти бочки? Я не поняла, что он про бочки. Барлс. А я просто стою целыми кругом. Я видела, что он идет. У него кошка еще тоже одна отстегнулась, он шел. Ну да, он в руке нес. Вот. Он видно, что он такой измотанный. Он вообще еле идет. Обменялись контактами на Facebook. Как его зовут? Фуат. Фуат? А кошки как будет? А, ты правильно же говорил? Ты говорил правильно, я опять слово забыл. Туплю. Гипоксия. Крампонс. Крампонс, я. Еп. Поговорил. Пообщался. Ну да. Ты хороший. Ну просто я пока готовлю, пока я тут чуть сажу, там сажу. Я пока готовлю, ты как классный шоу. Лёша готовит обычно. Ну я что, иногда тоже готовлю? Пока Лёша готовит, я в него что-нибудь там слябжу, тут слябжу. Опа, наелась. А когда пока есть, Лёша готовит, все... а не на кровати. В телек. Не всегда. Я прихожу на кухню, потихо вот так, уть, и ушла. Опять зашла, уть, чуть стащила, и ушла. И на кровать. О, есть. Открыл. Чё, ты справился? Молодец вообще. С полки пирожок. С полки пирожок иди возьми. Там не повод. Давайте потише, ты уже не спи. Да. Соси. А мы ржем. У человека вообще, по-моему, вообще никаких симптомов гипоксии. Ну, не наоборот, обычно при горной болезни аппетита нет. Человек вообще просто очень зверски хочет есть. Ча, погоди, я тебе... Может, у меня эйфория? У меня, кстати, реально, при подъеме был тупняк. Я там крепление вот там GoPro менял, то есть я куда-то дел, куда-то что-то. Но в целом вроде ничего, голова не болит. Это радует. Ну, особо там высоко и не были, конечно. Ну, все впереди. Не переключайтесь. Еще 9 минут. 9 минут, и первая порция гречки готова. Мы делаем 2 порции гречки, потому что в мой котелок влезает только половина порции, тройной порции на троих. По-моему, не пахнет. Тупняк продолжается. Сыграй на ложках. Ну, люди спят. Ну ладно. Маэстро.
На бис. Что, реально это? Нет, тупняк есть. Голова не болит, а тупняк есть. Не, голова не болит. Ну, я тут сейчас носки собирался в течение получаса, наверное, найти. Нашел. Справился. Да. Одел. Еще больше справился. Здесь прохладно. Здесь точно ниже 10 градусов где-то. Ну, 10 есть. В смысле, не больше 10 градусов. Ну, пар? Пар идет. Тебе кажется, с гипоксией. Нет, пар. Что? Что я не так сказала? Мы сейчас варим две порции. Нет, все логично. Раскидываем их в те миски. Варим еще две. Ага. Одна идет мне порция, ну я как бы не очень горячую поем. Вот. А вам одна порция, которая на вас пополам, потом ее смешаем с теми двумя, которые сварятся там. То есть в каждом по еще порции получится полторы порции. Ты как-то усложняешь. Что вы ржете? Не, нормально. Ты сейчас варишь. Сейчас умею еще. Ты варишь два пакетика сейчас. 4,56. Ты варишь сейчас два пакетика. Да. Ты скушаешь сколько? Пакетик? Один. Вот тебе порция твоя готова. Нет, так не получится, иначе мы в горшочке не размешаем. А мы не собираем кто-то мешать. А как же Саша будет есть? Нам надо выложить так, чтобы мы сварили две порции еще, потом все выложили, вылили воду, насыпали туда гречу, Саша поест. Разговор о том, что а мы не будем у ребят порции туда. Две тарелки на двоих, у меня котелок в качестве посуды, в котором варится гречка. А в котелок помещается только два пакетика гречки, а мы варим четыре на троих. Доступно объяснил вообще. Нет, смотри. Вообще кому-нибудь это интересно? Я думаю, все вообще к черту матери запутаются. Минутка занимательной арифметики. Потому что ты покушаешь. И? Ну, в миску положим Сашину порцию. Нальешь воды для чая. А куда, где чай вскипятить? А есть турка. А у меня еще крышка есть. Из нее же я пью, кстати. Это будет опять дилемма, как сделать чай. А можно? Это что, мозги стимулируют? А ее можно? Стимулирует работу главного мозга. Слышь, а ее можно на костер? Конечно, она же такая же материала. Анодированный алюминий, ебануть. Я, короче, все придумал. Ладно, все. И мы идем. Начни я. Надо оттуда начнем. Специи. Че ты посыпаешь специи? Ну, сейчас подготовлю. Потом перемешаешь, какая разница-то? Ну, не знаю, как-то мне кажется немножко странно. Ну, специи всегда сверху. Так, это основное блюдо. А варится специи. Гречневые специи. Сейчас вот сразу положить фасольки. Что такого-то? Как ты грустник. Грустник? Не веселух. Вчера за ужином мы все думали. Как мы будем забираться? Чё, блядь? Не, ну что, мы сколько полтора спали? Да. Нет, полночи-то я закончил собираться, но я там читал, что Лёха собирался до полтора. Ну, Лёша же система. Лёша же с двоих собирался. Нет, понимаешь? Система одна. Вот тут я могу с тобой поспорить. Ну, поспорь со мной, давай. Давай, приведи свои доводы. Когда я собираюсь сама, потому что потом приходит Лёша, мать, все не так, все вот так вот закидывать, начинаешь все сам складывать. Ну за столько лет я поняла, что ни хера не делать, все равно будет собираться сам. Понимаешь? Мне главное навалить свои вещички в одну кучу. Это главная задача. Потому что все остальное, что бы я ни делала, разложу я все по пакетикам, то есть, загружу я все в чемодан. Все не так. Все не так. Всегда все не так. Поэтому у него своя система, что куда положить, что там это. Лучше не лезть. Судимый, что вы скажете, твоя правда? Ну что хочешь, ну не плачь, Лёх, всё хорошо будет. Я, конечно, хочу на матраке спуститься. Тише. Подняться. Тут уж. Сколько нам сказали? 65 тысяч на 5 метрах, 5 тысяч. 60. Стоимость матрака, чтобы подняли до 5 тысяч. 60. Косая полка, практически. Да, до косой полки. 65 тысяч рублей стоит за матрак. Ну там 10 человек можно завести. 25, 30, 35, 60. Хорошо. Невелика разница. Нет, в смысле.
60 тысяч. А, за ротрак зависит надо заплатить. То есть с нас. Ну здесь ром есть по 6,5, по 6 тысяч. А чего же они тогда не ездят на самый верх? Ну там куда ты поедешь? Ты спасую полку? Мы на тасочку уже заезжали. Ну, как ты у машин заехал? Ну там целая история была, эпопея. Там же там. Она не просто на ней ехали. Там, я так понимаю, колеса меняли, целый персонал был обслуживающий. Да? Mm-hmm. Так, по сути, она не ехала, ее затаскивали, я так думаю. Могу ошибаться, не знаю, кому подробности не вдавался, не читал. Блин, интересно. Штангу, кстати говоря, спустили с Эльбруса. Наверху лежала штанга, я кто-то занес. Я не помню, какой спортсмен. Занес на Эльбрус штангу. То ли в прошлом году, буквально недавно, то ли в этом году ее спустили оттуда. Зачем спустили? Ну, а зачем поднять в таком случае? Ну, какой-то рекорд. Тоже какой-то рекорд. Что там, засирать вершину? Да. Ой, все. Пошла делать чай. Давай. Собери там. С горных луков собрать? Да, да. Снег растает тогда. Почему? Снег уже не зарастает, зима он собирает. А, иди. Пойду. Как кошится? Как кошится, больше не есть. Как кошится? Как кошится? Как кошится. Как хочется? Как хочется. Как кошится? Пипец. Ты дедушка не Петросян. Бабушка? Наверное, дядя. Нет, бабушка у Паши. Но. Кстати, Паша. Зря не пошло. Зря не пошло. Я всегда считал, что у меня аппетит, по крайней мере, из нас троих, самый лучший. То ли у меня легкая стадия гипоксии, я как бы гречку не смог доесть. Не что у меня ее забрал, выворачивает, а я тоже съел еще печенюшечки. Народ явно не страдает от высоты болезни, от горной. И горная болезнь. Я просто Аня конфеты и печенюшки не считаю за еду. А, то есть может сразу стрелять? Так она до этого гречки съела? Ну и что? С фасолью и с хлебцами еще. Которые мы когда не притрагивали. Я же хлебец съел. Так я не пойму, вы как бы... У вас аппетит хороший, но видите, вы себя как неадекватно. Конечно, только палец вода, а ты кастрюль. А ты как проверяешь? Я так вот не проверяю. А как утренний? Я не знаю, я могу проверить, как разогрелось ли масло в сковородке. Возможно ли уже яичницу туда посмотреть? Как ты слышал? А зачем воды плюнул туда завис? Ну сейчас чаю попьем и пойдем. Гречу доем. Посудина. А, да. Ну как ты тут? Чупочка-то. Мыть-то кто? Конечно. Я себе, кстати, уже мыл. Я тоже. Остается кто? Алексей. А я ему грешу. Кстати, до приюта мы дошли и забронировали жилье на две ночи с 8 на 9, это 10. То есть мы сегодня здесь ночь, завтра еще одну и две ночи, потом в приюте. Но после двух ночей там уже будет занято. Если нам не хватит времени, нам придется искать другое жилье. Леша уже где-то минут 5 пытается распаковать спальник. Пикники продолжаются. А я, кстати, батарейку на GoPro менял минуту 3. Так тупить, я от вас с ума сойду. Я что, мы сейчас еще часа два поржем? Время, тем не менее, уже 10:30. Охренеть, 10:30. В общем, ладно, давайте, до завтра. До свидания.